поки що я запрошую до нашого мікрофона Мустафу Найєма. Прошу, пане Мустафа. Якраз один з політиків, про якого я казав, що ви теж маєте участь, ну, дотичність до цієї справи. Для всіх я також повідомляю, що ми чекаємо у нашій студії одного з адвокатів, пана Насірова, але він зараз, очевидно, на судовому процесі, де відбувається якраз обговорення. А до пана Мустафи у мене запитання такого типу. Сьогоднішнє нічне блокування Солом'янського суду, до якого і ви закликали людей, і в якому ви брали участь в тому числі, не дало можливості Роману Насірову вийти з приміщення цього суду після того, як минуло 72 години, передбачені нашим законодавством на винесення цього попереднього вироку. Таким чином, як звернули увагу юристи, ви порушили не просто українське законодавство, ви порушили також Конвенцію про права людини, де стаття 5 передбачає, що людину не можна затримувати довше, ніж це передбачено судом, і вона таким чином вами і іншими активістами була позбавлена права на вільне пересування. Порушення цієї 5 статті, до речі, передбачає також відшкодування матеріальне в разі звернення до Європейського суду з прав людини. Відповідно, за вашою логікою, якщо я її правильно зрозумів, в Україні добитися правосуддя можна тільки шляхом порушення прав людини в цьому випадку. Правильно я зрозумів вашу логіку? Дякую большое. Во-первых, я хочу принести сказать большое спасибо тем людям, которые вчера пришли под суд, потому что на самом деле они до сих пор там стоят, я только что оттуда. Сейчас в суде рассматривается, продолжается рассмотрение дела, сейчас зачитывают подозрения господину Насирову, после чего будет вынесено решение. Первое, что я хотел бы опровергнуть, это по поводу слов блокирования суда. Нигде, ни в одном, ни в моем призыве, ни в призыве наших коллег нет заявления о призыве блокировать суд. Это чушь. Как можно блокировать суд? Это государственное учреждение, в котором работают судьи, сотрудники. Мы, конечно же, уважаем закон. Второй момент. Что касается свободы передвижения господина Насирова. Да, действительно, с 23:50 ночи вчерашнего дня он был свободным гражданином. Более того, я лично и через адвокатов, и через врачей ему предлагал выйти. Пожалуйста, вы можете выйти на улицу, где, да, вас встретят граждане, которым вы объясните свою позицию, пойдете домой. Это же ведь не проблема выйти, если действительно вы глава налоговой службы большой страны, если действительно вы считаете себя невиновным, выйти к людям, которые, заметьте, за двое суток в нынешней ситуации со всеми настроениями населения не было ни одного эксцесса, то есть все прошло мирно, никаких призывов. Более того, мы сознательно просили всех наших коллег, которые там стояли, никаких лозунгов, ни политических, ни призывов к суду, ни давления на суд, поскольку действительно есть решение судов о том, что нельзя давить на суд. И суд мог такое воспринять, как давление на него. Поэтому во время заседания никаких выкриков, музыки, это было запрещено, мы это сделали сознательно. Я хочу просто сказать одну вещь перед тем, как мы продолжим. Я 10 лет работал журналистом, я знаю, что это такое, и знаю, как это используется, поэтому мы этих ошибок больше допускать не будем. И пользоваться нашей глупостью мы не будем за кого-то давать. Что произошло на самом деле, объясню теперь вам. Есть человек, который возглавляет налоговую службу страны. Что с налогами происходит, вы лучше знаете, чем я. Спросите у бизнеса, посмотрите свои кошельки. Этот человек подозревается в том, что он дал рассрочку бизнесмену на 2 миллиарда гривен. То есть бизнес должен был державе, государству отдать 2 миллиарда гривен, он сказал, не надо, давайте рассрочим. Более того, как выяснилось сегодня в суде, он это решение принял до того, как этот бизнес обратился к нему. То есть, понимаете, 2 миллиарда должен бизнесмен, а он еще до того, как есть официальная заявка, сделал рассрочку. По нашей информации и по информации антикоррупционного бюро есть свидетельские показания, которые указывают, что это было сделано не им самим, а по поручению главы государства. Вот ему предъявляют подозрение, то есть его задерживают, приезжают к нему на работу, а он исчезает. То есть его нет на месте рабочим. Ему звонят на телефон, ему звонят домой, родственникам. Ничего, невозможно найти человека. Его какой-то охранник или адвокат куда-то звонит и по этому сигналу вычисляет, где он находится. Приезжает к нему туда, это день еще, 8 часов вечера. Приезжает и понимает, что он в больнице. То есть он заболел срочно. Как это обычно бывает с нашими чиновниками. Что делает антикоррупционное бюро? Они говорят, окей, мы понимаем, вы заболели, выставляют охрану. И говорят, с этого момента вы задержаны. Это статус определенный.
По закону, если человек задержится в течение 24 часов, ему обязаны предъявить обвинение. То есть указать, за что его задержали, в общем-то. Они это делают. Но когда заходят к нему в палату, оказывается, что там уже 10 адвокатов. Это он просто заболел. Вы часто болеете, ходите с адвокатами в больницу? Вот представьте, вам плохо, вот давление повысилось, берет 10 адвокатов, пойдемте в больницу. Мало того, в палате оказывается, что ему ввели наркоз. Скажите мне, пожалуйста, как часто вы видели, чтобы в общей палате вводили человеку наркоз? Это так сейчас говорят, наркоза на самом деле не было. Они ему читают, что господин Насиров, так случилось, что мы подозреваем, что вы, кажется, украли 2 миллиарда. Вот обвинение, подпишите, пожалуйста. Он подписывает или не подписывает, мы до сих пор не знаем, адвокаты не показывают документы. Но адвокаты говорят, он был в несознательном состоянии, а у него завтра день рождения, да? И он не понимал, что происходит. Тем не менее, подпись есть, ему предъявили это обвинение. Сегодня медицинская комиссия указала, что он был в сознании. Что происходит дальше, чтобы вы понимали, в чем уловка. По закону с этого момента в течение 72 часов суд должен принять меру пресечения, то есть решить, что с ним дальше делать. Посадить его в арест, если он действительно может убежать, задержать его, или под поручительство чего-то отдать. Прокуроры считают, что поскольку он очень влиятельный человек, потому что у него очень много денег, и за ним стоят большие люди, политические партии и большие чиновники, они говорят, мы считаем, что его нужно задержать, поскольку он может повлиять на решение суда и на материалы дела. Теперь подумайте сами. В стране, в которой идет война, мы каждый день теряем огромные деньги. У нас нехватка в бюджете денег. У нас все воют, давайте задержим коррупционеров. В этой стране в течение 72 часов не находится судья, который просто решает, что делать с человеком. А как не находится? Приходит суд в субботу, а там дежурный судья, один почему-то, а должно быть два. Второго судью, глава судья говорит, знаешь что, иди домой, не надо тебе здесь быть. А этот судья, который рассматривает, он начинает рассматривать дело, и адвокаты специально затягивают. Он приходит в суд с 8 адвокатами, сам лежит на носилках. И 8 адвокатов тянут дело до ночи, и истекает 72 часа. Что должно произойти дальше? Дальше ему сказать, спасибо, извините, мы не получилось. Идите домой. Что решили, какое решение приняли мы? Мы решили, что мы уважаем закон, уважаем господина Насирова. Поэтому мы придем просто в суд и потребуем у суда одного. Дорогие судьи, мы платим вам деньги, выйдите, черт возьми, на работу. Выйдите, примите решение. Глава судьи принять решение, что выйдет, вот такой судья приходит и принимает решение. Глава суда прячется, в суде нет ни одного человека. Вы представляете себе, 3 года назад, когда мы стояли на Майдане, кому-то сказать, что мы нашли человека, который украл 2 миллиарда, а в суде нет ни одного судьи, есть только охрана. Мы говорим, подождите, мы тогда здесь подождем, пока придет судья. А адвокаты говорят, тогда мы заберем нашего клиента. Мы говорим, пожалуйста, забирайте, только вот мы здесь ждем, объясните, что происходит. Господин Насиров, как только истекает 72 часа, говорит, о, все нормально, я уже готов давать показания. Мы говорим, подождите, а как? Он говорит, я вот хочу вот сейчас дать показания. Вызывайте мне главу НАБУ, прокурора. А зачем он это делает? Чтобы его специально оттуда эти люди вынесли. НАБУ, уважаю их мудрость, говорит, нет, ребята, извините, 72 часа истекло, завтра решение суда. Он остается там. Мы ему предлагаем, господин Насиров, вы здесь находитесь, мы можем вам принести еду, медикаменты, здесь есть врачи, к вам могут прийти родственники, у него там были охранники. Но если вы захотите выйти, есть одна маленькая проблема. Надо поговорить с людьми, которые не понимают, что происходит. Господин Насиров говорит, он ничего не говорит, он остается в суде, ночует. Мы все ночью не спим, потому что нам постоянно говорят, что кто-то подъезжает, какие-то люди, тетушки, не тетушки. Он спокойно спит в зале суда. Он спит, выключается свет, там стоит дежурит охрана, вот мы с Андреем там дежурили. Утром он свеженький, вместе с адвокатами, мы, например, не спали всю ночь. Приходит назад в суд. И что сегодня происходит? Сегодня в течение дня адвокаты сначала заявляли, что посмотрели, а он уже все здоровый, он уже не лежит, он уже сидит, у него все хорошо. То есть за 10 часов выспался, и все у него хорошо от инфаркта. Да? И операции, после операции. Он сидит, и когда начинается рассмотрение дела, адвокаты говорят, вы знаете, кажется, он вне сознания. Говорит, подождите, он же сидит, читает материалы. Не-не-не, надо экспертизу. Экспертиза, чтобы вы понимали, 1,5 месяца они просят. Судья говорит, нет, вы знаете, экспертизы не будет, давайте примем решение. И вот так целый день. То у него одно болит, то другое болит. А ведь на самом деле
Достойное поведение очень простое. Скажи, да, я считаю, что ты должен дать показания. Выйди, дай показания. Пусть решение примет решение. Более того, мы примем любое решение суда. Сейчас прокуратура требует для господина Насирова арест или право внести залог в размере 2 миллиардов гривен. Чтобы вы понимали, по нашей информации, банковая решила, что не 2 миллиарда, а 10 миллионов нормально. То есть человек 2 миллиарда нанес ущерб, а 10 миллионов его могут вменить. Скажите мне, пожалуйста, в ситуации, когда суд не может ничего сделать, в ситуации, когда молчат все правоохранительные органы, могут мирные протестующие сделать одну простую вещь? Попросить суд, ребята, примите решение и попросить Насирова с ними поговорить. Что тут, простите, какое нарушение закона? Еще раз, если бы господин Насиров захотел выйти, и мы его задержали, есть такие, может быть, свидетельства, пускай его адвокаты, они же не заявили сегодня в суде об этом, и нет таких свидетельств, их быть не может. Мы сами все снимали, чтобы вы понимали. Мы сами документировали все, что мы там делали. Еще раз подчеркну, мы 10 лет это проходили, этот маразм. Мы знаем, как нас хотят подловить. Поэтому сейчас, благодаря нам, Насиров не исчез, не избежал и не лег в больницу. А сейчас выяснилось, теперь, чтобы вы понимали, что самое страшное, что у него 3 паспорта. Британский, венгерский и еще какой-то. Скажите мне, пожалуйста, мы правильно сделали, что мы просто попросили суд примите решение, господин Насирова просто уложили спать, и он поспал одну ночь в суде? Пане Наєм, тобто не було блокування, не було перешкоджання. Зараз я, наскільки знаю, знову збираються активісти під судом, тобто акція триває. Яка мета зараз, якщо суддя ухвалює рішення і триває розгляд? У нас сейчас очень простое требование. Еще раз подчеркну. Суд должен сделать свою работу. Он должен принять решение. Сейчас судья уйдет на Радчикимнату, где примет решение. Это будет либо арест с залогом. И дальше господин Насиров уйдет туда, где он должен быть арестован. Или это будет домашний арест, или это будет СИЗО. Если же так может случиться, это же наш суд, судья скажет, знаете, я уже устал, 10 часов, рабочий день закончился, мы решение огласим завтра. Нам придется попросить судью все-таки остаться поработать. Все-таки, мне кажется, чуть-чуть можно подождать. Если он не останется поработать, мы тогда попросим господина Насирова по той же самой процедуре, пользуясь полностью свободой передвижения, выйти к нам и объяснить ситуацию. Мы просто будем стоять под судом. А вы готовы принять будь-яке решение суду, чи все-таки есть какие-то моменты, когда... Пане ви продовжите. Я ще раз підкреслюю, 10 років досвіду ми приймемо будь-яке рішення суду, тому що це суд, ми його поважаємо, і ми вважаємо, що цей суд має прийняти рішення. Зробіть свою роботу, більше нічого. Дякую. Пане Манько. Добрий вечір. Всі ми з трепетом спостерігаємо і з надією за роботою нових антикорупційних органів. Хочемо, щоб нарешті корупція в Україні була подолана. Тут і суди, і Генпрокуратура, як старі органи правоохоронні. Ось, ви щойно говорили про те, що багато зауважень казали на до роботи суду. Те не так, те не так. А скажіть, як ви дивитесь на, як спрацювало НАБУ в цій ситуації? Добре. Чи не допустились вони процесуальних помилок? А на мій погляд, таки вони допустилися процесуальних помилок, що дає можливість тепер в судах адвокатам Насірова ось, власне, звільняти його. Так? І, да. Я розумію. Дякую. Я би хотів об'яснити ще раз позицію, що произошло, дайте мені час. Почему мы сейчас считаем это важным процессом? Каждый день в стране очень много судов. Почему именно сейчас мы считаем важно, чтобы все включились и настояли на верном решении? Сегодня это исторический процесс. У нас впервые за 25 лет независимости действующий чиновник, который управляет миллиардами гривен, не своих, наших с вами, который сидит реально на потоках, который знает, сколько, какой бизнесмен куда платит чистые, черные, серые деньги. Человек, который... руководил деньгами в пользу главы государства, парламентских партий, премьер-министров. Вот этот человек, находясь при должности, впервые в истории сел на скамью подсудимых. Это было сделано благодаря работе действительно антикоррупционного бюро. Бюро, которое было создано вопреки желанию главы государства, парламента, премьер-министра, а только потому, что этого хотели активисты и молодые депутаты в парламенте. Как их называют? Опытные юристы, самые опытные люди в стране. Генеральный прокурор называет этих ребят, ребят, вы же мальчики. Что могут эти мальчики? Эти мальчики заставили наконец-то повернуться к ним лицом и признать, что они могут провести работу. Они действительно могут собрать данные, которые никому не слили.
они нашли действительно коррупционные деяния. Могут ли они ошибаться? Да, они могут ошибаться. Нарушают ли они сознательно права человека? Нет. Сливают ли они дела? Нет. Продают ли они эти дела? Нет. Работают ли они на президента, премьера или политические партии? Нет. Опять же, могут ли они ошибаться? Да, они могут ошибаться. И они будут за это наказаны. Послухайте, давайте подивимось. Почекайте, ми ще не дійшли до стадії розгляду справи. Ми матеріалів ще не бачили. Давайте дочекаємось. Зараз тільки обрання міри запобіжного заходу. Тому я дуже вас прошу, будьте дуже обережними в цьому. НАБУ, якщо воно помилилось, вони втратять репутацію, це буде їхня відповідальність. Але зараз на вас і в нас є два шляхи. Перше, бити їх в спину і кричати, ну що ж ви не так? Людина, яка була б непритомна, ви її затримали. Ну, 2 мільярди, хіба це гроші? Ми можемо їх так бити в спини. Або можемо сказати, хлопці, якщо помиляєтесь, вчіться. Вчіться. Робіть це для нас краще. Є два виходи. Я за те, щоб ми зараз підтримали їх. Якщо вони будуть помилятися, я буду першим, хто буде це говорити. Коротка репліка. До 22-ї години. Да? Там йде мова про слідчі дії. Вручення підозри не є слідчою дією. Да, отже, ніхто нічого не порушував. Тобто немає жодного порушення в даному випадку. Коли ми маємо ще враховувати, що підозра відповідно до КПК, якщо вона сьогодні складена і підписана, то вона має бути сьогодні вручена. Якщо вона не буде вручена до кінця дня, вона має бути відправлена по пошті. Відповідно, представники НАБУ робили все для того, щоб її вручити. І ще одне, що дуже добре відрізняє сьогодні НАБУ від всіх інших органів. Коли вчора НАБУ о 23:50 спільно з представниками САП залишали суд, от всі ті люди, які стояли там, скрізь яких вони проходили, кричали їм «молодці» і хлопали. Представте щось подібне по відношенню до представників прокуратури, СБУ. Це неможливо. Дякую. Дякую. Пані Маляр. Мустафа, от у мене до вас запитання. Абсолютно всі речі зрозумілі, те, що ви говорите. І давайте згадаємо, це ж не перший раз, коли у нас затримують по п'ятницях. І далі законом передбачається 72 години. 72 години для того, щоб обрати запобіжний захід. І ми всі розуміємо, що далі там іде субота і неділя. І формально, хоч ви все вірно говорите, але за законом суд не зобов'язаний чергувати, приміром, там у неділю. Неправда. Скажіть, будь ласка, чи готовий парламент, чи є політична воля, чи можна це прискорити, щоб в законі внести просто зміни, щоб цих вже п'ятничних затримань не було? Ну, во-первых, ніякого п'ятничного задержання не було. Все почалось в четвер. Более того, вам скажу. Как это происходит? НАБУ вынуждено обращаться для того, чтобы получить разрешение в антикоррупционную прокуратуру, которая сейчас находится в подчинении Генеральной прокуратуры. Так или иначе, эта система чуть-чуть коррелирует свою работу с Генеральной прокуратурой, и там есть проблемы. 3 месяца просила НАБУ, дайте, пожалуйста, санкцию на арест. Не было санкций. Санкцию выдали именно в этот день. Учитывая, что в следующую санкцию можно было не получить или получить через полгода, НАБУ сделала все в этот день. Это был четверг. Еще раз подчеркиваю, четверг, день, когда это все началось. Обыски и когда к нему пришли. Второй момент. Что касается закона. Да, мы хотим поменять закон, но в другом. Чтобы вы понимали, антикоррупционное бюро – это орган, который должен расследовать коррупцию в высших эшелонах власти. Так вот этот орган до сих пор не имеет права самостоятельной прослушки. То есть, если ему надо сейчас прослушать какого-нибудь меня, как народного депутата, президента, я не знаю, премьер-министра, ему приходится обращаться в СБУ, которая подконтрольна президентской вертикали. Мы просим, ребят, давайте сделаем его независимым. Закон лежит в парламенте, его блокируют. Блокируют конкретные фракции БПП и Народного фронта. Просто не пускают в зал. Второй момент. Чтобы не было таких моментов с судьями, которые должны дежурить и в субботу, и в воскресенье по положению суда. Они обязаны, есть положение суда Соломенского. Так вот, чтобы этого не было, нужно просто сделать антикоррупционный суд. И это уже требование не только нас, Международного валютного фонда, есть требования международных наших партнеров, общественности, это логика. Если у нас антикоррупционное бюро, которое действительно более-менее чисто, давайте создадим всю вертикаль, чтобы эта вертикаль начала работать. То есть прокуратуру, следственный орган и суд. Почему это не делается? Закон опять же лежит в Верховной Раде. Его не принимают по одной простой причине, что если такой суд появится, вот таких моментов не будет. Все решение будет быстрее решаться. И никто на это не будет влиять. И не смогут окружение президента, который сейчас помогает господину Насирову, да, вот так вот наперстничеством вводить адвоката, вводить дела, вводить судей и так далее. Мы этого хотим. Я как депутат вносил эти два законопроекта. И соавтором этих законопроектов мы требуем принятия в парламенте. Но если парламент этого не делает, мы вынуждены обращаться к общественности, которая нам должна помогать. Другого выхода нет. Дякую. Пане Фесенко.
У мене спочатку уточнення. От, наприклад, якщо суд винесе таке рішення, що звільнити під заставу там 10 чи навіть 20 мільйонів, не 2 мільярди, ну там певна така сума. Як протестувальники погодяться з таким рішенням чи ні? Це уточнення, да. І запитання більш серйозне, продовження теми професійності роботи НАБУ. Я думаю, що більше суспільства зацікавлено в тому, щоб НАБУ робило свою справу. І щоб були реальні результати боротьби з корупцією. Саме для цього цю організацію створювали. Але дійсно зараз знов є побоювання. І не тільки в зв'язку от з тими процедурними проблемами, такими дрібницями, які от зараз проявилися. Але от зараз згадують іншу справу. Теж достатньо гучно. Я нагадаю, минулого року заарештували, затримали, там була справа головного санітарного лікаря, звинувачували в корупції, в хабарях. І що виявляють? От я сьогодні почув, що вони на свободі, да, фактично спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила цю справу за відсутністю доказів. От тому зараз і побоювання виникають, щоб не завершилось точно також. Знаєте, зараз величезний просто шалений резонанс, а якщо не вдасться довести провину, тому що по корупції, по таких зловживаннях дуже непросто довести провину. Саме тому от і виникають такі запитання, наскільки зараз достатньо доказів, і щоб діяли відповідно до всіх норм закону. Дякую. Знаєте, ви можете назвати мене романтиком або наївним. Я не сотрудник НАБУ. Я не внедрен в їх состав. Я не знаю, як вони дела эти ведут. Із двох варіантів, верить или не верить, я вибираю верить. Да, я понимаю, что наш прошлый опыт, да, исторически, доказывает нам, что такого быть не может. Никогда. Так не будет. И именно поэтому каждый раз, когда есть хотя бы маленькая надежда, мы туда все бросаем все усилия, чтобы это случилось. Сейчас мы бросили сюда все наши надежды и усилия, и мы очень болеем за этих ребят. Они могут нас подвести. Ну что ж, будем двигаться дальше. Но у нас нет выхода. Мы не можем сейчас сказать, ну слушайте, ну все в стране ничего не могут, все безрукие. Давайте сложим эту тему и будем коррупционным государством до конца жизни. Так тоже не может быть. Давайте искать возможность помогать таким белым пятнам в нашем обществе. При этом я понимаю ваши побоевания. У меня они тоже есть. Вы же понимаете, что если завтра так окажется, я тоже буду нести репутационные риски. Но я рискую сейчас. Да, я хочу, чтобы это случилось. Но если это случится, это будет победой нашего поколения, победой того, что мы сделали. Давайте перестать быть пораженчески мыслить в принципе. А вдруг получится? Почему вы это не верите? Я верю, что получится. Давайте становитесь рядом, верите со мной. Мы можем, будем помогать и будем что-то делать новое, чистое, хорошее. А не постоянно смотреть в прошлое, смотреть, как у них плохо получалось, и думать, что у нас плохо будет получаться. Не знаю, возможно, я тут наивный, я с вами соглашусь. Но, слушайте, у меня нет другого выхода. Я думаю, что у всех нас нет другого выхода, кроме как верить. И про 10 миллионов. Наскільки я розумію, зараз йому вимагають арешту і справу внесення застави. Не може бути просто застави, так? Тобто в нього буде 5 днів внести заставу. Знову ж таки, яке б рішення суду не було, ми його приймемо. Яким чином будемо реагувати, це інша історія. Але в нас не буде такого, що ні, нас не влаштовує, давайте інше рішення суду. Є рішення суду, будемо дивитися, як воно було прийнято, наскільки воно процесуально буде прийнято. Ми вже зараз подаємо в Генеральну прокуратуру слідчі органи для того, щоб дослідити, як голова суду. Що він робив? Чому не було чергового судді? Чому не працював суд два дні? Тому ми будемо рухатись в межах наших повноважень, тих ресурсів, які в нас є. Але знову ж таки, будь-яке рішення суду – це є рішення суду. Дякую, пане Юрчишин. Я дуже захотів, ну, щоб у вас була змога розбити кілька моментів. Зараз в Солом'янському суді фактично є двоє слідчих суддів, які можуть розглядати відповідні справи. Поясніть, будь ласка, суспільству, чи це зрада, та? Тобто, чи це спеціально так зроблено, чи це проблема нашої, скажімо, недоведеної до логіки судової системи, бо дуже багато маніпуляцій в цьому напрямку, що це там провина суддів. Насправді, як з цим є? Ну і, власне, чи може це питання вирішити створення системи антикорупційних судів? Ну, насправді, дійсно, якщо ми будемо створювати антикорупційний суд, ми будемо передбачати, що слідчих суддів буде більше, вони можуть буде що, з чого вибирати. Щоб ви розуміли, як це відбувається. Тобто є автоматизована система відбіру суддів, які будуть розглядати справу. Як працює автоматизована система? З тих суддів, які наявні, вони обирають той, який вільний. Якщо один суддя захворів з двох, то розумієте, який це перерозподіл. Тобто фактично система обирає одного з одного. А якщо ще й черговий,
то це взагалі, тобто фактично голова суду сам призначає, навіть через систему перерозподілу, хто буде розглядати справу. Це є дійсно корупційна система. Ми вважаємо, що якщо буде створений антикорупційний суд, який саме для цього буде створений, щоб там було достатня кількість слідчих суддів, які зможуть приймати такі рішення, в нас не буде цих проблем. Дійсно буде незалежний розподіл справ в будь-який час, в будь-який момент, в будь-який день. Ми цього хочемо. Такий закон зараз лежить в Верховній Раді. Я знову ж закликаю президента, який нас 100% дивиться, тому що ми цікаво, що відбувається в країні. Якщо нас дивиться прем'єр-міністр, наші парламентські колеги, будь ласка, давайте розглядати. Є такий закон, вносьте свій варіант, давайте будемо розглядати спільний варіант. Але вже сьогодні, ну це ж стидоба, коли під час таких історій нам хтось десь за океану, в Сполучених Штатах, каже, а прийміть, будь ласка, цей закон. Це все одно, що, знаєте, там дорослій людині дати в руки виделку, сказати, а їж ти виделку, а не їж руками, будь ласка, бо це брудно. Отак, як нам з нами поступають. І цей комплекс меншовартості, який вбурав в нашій країні всю нашу історію. Давайте від цього позбавлятися. Якщо є проблеми, давайте їх вирішувати, не чекаючи, коли хтось нам з океану скаже, що робити. Дякую, пане Найєм. Є ще запитання до народного депутата Мустафи Найєма. Пана Бондаренка, прошу. У мене основне запитання, одне уточнююче, власне. Що стосується основного запитання, якщо говорити про справу Насірова, у цій справі є, звичайно, і політична складова, ми від цього нікуди не подінемося, і він людина, яка фактично собою своєю цією справою вже може викликати значний політичний резонанс і політичну кризу. І ви це чудово розумієте. Чи прораховувалися ризики політичного характеру, і хто виграє від того, що ця справа буде зараз, що довкола цієї справи будуть підніматися хвилі, буде прикована увага. І друге уточнююче питання. Ви говорили про те, що ви вчора пропонували пану Насірову покинути приміщення суду, вийти на вулицю до людей, а чи гарантували ви йому безпеку при цьому? Вибачте, я не є охороною пана Насірова, не маю ніяких зобов'язань перед ним. Більше того, я вважаю, що голова фіскальної служби країни може говорити зі своїми людьми. Це нормально. Якщо ці люди до нього якось інакше ставляться, ну, я думаю, що в нього комунікативні здібності, як показав суд, дуже на високому рівні, він міг би з ними переговорити. Тепер, що стосується справи політичної. І хто виграє? Головна політична складова в справі Насірова називається політична криша. Щоб ви розуміли, що відбувається. Кожного дня чиновники, політики будь-якого рангу, так чи інакше, або кришуються кимось, або роблять щось злочинне для когось. І все це відбувається тільки з однієї причини. Що хтось наверху каже, хлопче, підпиши, все буде добре, я тебе захищу. Суди наші, прокуратура наша, ці тебе не будуть чіпати. Так от ці 4 дні для них це, знаєте, як пекло. Бо вони побачили, що насправді людина, яку покриває найвища посада в цій країні, може опинитись на лаві підсудних, її ніхто не буде захищати, вона буде змушена робити себе непритомну, з'являтися на екранах, ну, в дуже поганому вигляді, сама рубаючи свою кар'єру, репутацію, все, що завгодно. І ніхто за неї не заступиться. По одній причині, що з'явився маленький один орган, який сказав, ні, хлопці, ми будемо розслідувати. А цей орган підтримало суспільство. Так от ці 4 дні для них це пекло. Бо вони розуміють, що наступного разу, коли до них підійдуть і скажуть, підпиши, а ми тобі щось гарантуємо, це те просто буде пусті слова. Так, в нас не завершиться політична криза або криша завтра. Але я точно вірю в те, що декілька сотень, можливо, тисяч чиновників вже завтра, перед тим, як підписати щось не так, 100 разів подумають, а хто за них заступиться? Так ось в мене до них звернення. Панові чиновники, політики, які зараз вважають, що у вас є криша, її немає. Подивіться, будь ласка, на справу Оніщенка. Сіли в в'язницю бухгалтери. Ті, хто за 100 доларів, 500 доларів вирішували питання, мільярдні. Так от щодня вас змушують це робити. Вас ніхто не захистить. Ані президент, ані міністр, ані генпрокурор, ніхто. Рано чи пізно ви будете відповідати. Або своєю волею, або своєю репутацією, або політичною кар'єрою. Не робіть цього. Просто подумайте, стратегічно простіше зараз не йти на такі кроки, а пропустити, саботувати, якщо вас
просять щось, якісь корупційні діяння, не робити, відмовляти і так далі. Це те, що зараз буде зруйнувати цю інституцію взагалі. Тому в цьому є дійсно політична риса. Але що може призвести конкретно в цій справі, що пан Насіров почне говорити? Він почне говорити, для кого він робив, що він робив і за які гроші. І от тут, звісно, дуже багато людей в цій країні, які так чи інакше сплачують великі податки, вони зацікавлені. Або щоб в ньому було погано, або щоб його звільнили, він втік. Або, вибачте мене, будь ласка, за ці слова, можливо, щоб його не стало. Тому треба його дуже зараз захищати, робити все можливе, щоб він все ж таки пішов по закону, щоб він дійсно був захищений, ми будемо допомагати в цьому. Щоб його здоров'я було все добре, щоб він сидів вдома, якщо вдома, або в СІЗО. І щоб все було з ним добре. Я сподіваюся, що з цієї справи, дійсно історичної справи, почнеться руйнація інституту політичної криші. Не одразу, але з роками ми точно до цього прийдемо. Дякую. І ще одне питання, пане Тарасе. Так сталося, що якраз напередодні цих подій мені довелось бути з делегацією українських політиків-експертів в Сполучених Штатах, де ми мали зустрічі з політиками дуже високого рівня. І саме одне з найчастіших питань, які нам ставили питання, от дивіться, ми вам допомагаємо, створюємо органи антикорупційні, зокрема НАЗК і НАБУ. А який результат? Ну, ми, звичайно, захищали позицію України, ми казали, що результат буде. Вони почали говорити про те, що збираються скорочувати допомогу Україні, саме в тому числі не лише через зміну політичної позиції в Сполучених Штатах, а й тому, що не завжди бачать результат роботи антикорупційних органів. Ми також просили їх не зменшувати допомогу, тому що це важливо для України. Але в будь-якому разі, до цієї справи з Насіровим, як ви оцінюєте особисто діяльність цих двох органів, які були створені, наголошу, 2 роки тому, створені за новими принципами, без політичних впливів? Як вони проявили себе, на вашу думку, за ці 2 роки до відомої справи Насірова? Мені, знаєте, складно назвати, там, не знаю, сторонникам власти или того, что происходит в стране, да, я часто критикую. Но есть моменты, в которых я действительно буду говорить о том, что нам удалось. Касательно этих двух органов, они только начали работать. Фактически они в системе белые вороны. Вы прекрасно понимаете, что такое орган, который расследует коррупцию в высших эшелонах власти. Это любое их действие, вот любой шаг, это сопротивление себе напрямую, причем с самыми высокими должностями. Насколько они эффективны, давайте подождем. Извините меня, пожалуйста, но посмотрите на тех, даже тех, кто выходит по делу Насірова. Это молодые ребята, которым 25-30 лет, 35, там, 40 лет, да, которые, ну, возможно, у них нет такого большого процессуального опыта. Но они очень хотят, и у них очень много чего получается. Самое главное, что у них получается, это первое, не сливать дела. То есть то, что по Онищенко и по Насірову в течение нескольких месяцев дела расследовались в отдельных комнатах, где это не расшифровывалось, не рассекречивалось, и ни одна информация никуда не ушла налево, это большого и дорогого стоит. Это правда дорогого стоит. Этим надо гордиться. Можно ли сказать, что эти органы сделали переворот в нашей стране? Нет. Но я вам объясню еще почему. Вот сегодня мы с акцией под судом. При всем уважении к нашим коллегам. К сожалению, пришло, допустим, 5 депутатов. Из 430. 6. 7. Еще 3, наверное, сочувствовали. Еще 5 сидели и рассказывали потом своим родственникам, какие классные ребята там стояли. А теперь вы посмотрите, когда начнется заседание парламента, сколько из них вылезет на трибуну и начнет кричать, что людям плохо жить, что налоги высокие, что все очень плохо и вообще коррупция в стране все поглотила. А чего же вы не приходите? При всем уважении, опять же, к этим коллегам. Где Олег Валерьевич Ляшко на наших баррикадах? Где Юлия Владимировна Тимошенко на наших баррикадах? Где эти люди? Почему их нет? По одной простой причине. Потому что ссориться с властью очень неприятно. Потому что ты здесь поссорившись, там что-то потеряешь. Да, для этого приходится вот такие белые вороны, которым приходится идти туда, которым нечего терять. У меня нет никаких личных конфликтных интересов ни с Насіровым, ни с президентом, ни с фракцией, ни с парламентом. Да, я могу себе это позволить. Да, ну вот так получилось. Еще 5-7 человек может позволить. Это точное отражение нашего общества. Сколько людей готовы идти против системы. И поэтому, да, эти органы только начались. У них маленькая поддержка. Многие из вас, вам вот даже сидите здесь, вам они нравятся. Сделайте то, что вы можете сделать. Поддержите их на своем уровне. Поддержите, если вы можете прийти на какие-то акции. Скажите об этом, расскажите своим родственникам, что есть такой орган, можно туда обращаться по высокопоставленной коррупции. Только таким образом мы сможем что-то сделать. А ответ и нашим иностранцам будет очень простой. Ребят, ну, поддерживайте,
спасибо вам большое. Но я же ведь помню 10 лет работы журналистом, когда мы кричали все время, что все наши министры, чиновники, бизнесмены зарабатывали здесь, а тратили там. Извините меня, пожалуйста, у них дома во Франции, в Австрии, в Великобритании, в Штатах. И мы не смогли добиться до сих пор, чтобы их преследовали там. По разным причинам. Потому что и им сложно, и лень, и не хочется где-то, да, вступать в какие-то скандалы. И это не укор, а это просто как бы, ну, вот есть такая взаимообязанность их перед нами, нас перед нашим обществом. Я надеюсь, что придет время, когда мы не будем оглядываться на тех, кто нам дает помощь и кто нам будет указывать оттуда. Я считаю, что мы много чего сделали касательно борьбы с коррупцией в плане построения институций. Но именно из-за того, что нас мало пока, мы не можем пока сказать, что вот предъявить результаты, что смотрите, мы посадили 10-рых, 20-рых, а вот эти схемы прикрыли. Но многое что делается. И дело Насирова – это вершина на данный момент этого айсберга. И если мы потихонечку будем его развивать, а не топить сейчас, я думаю, что у нас есть шанси поменять вообще, в принципі, всю систему. Дуже дякую, пане Наєм, що знайшли час долучитися до нашої програми. Мустафа Наєм, народний депутат України, був біля центрального мікрофону.